Ранее при расчете размера пенсии в стаж включались периоды работы. Теперь есть возможность заменить их на баллы по уходу за детьми. Каждый ребенок оценивается в определенное количество баллов. Первый ребенок 1 год полный ухода 1,8 балла, второй 3,6 балла, третий ребенок 5,4 балла. Можно учесть в общей сложности не более 4 детей. При этом это идет не дополнительно к пенсии, а взамен периодов работы. Стоимость пенсионного балла на сегодняшний день составляет 78 рублей 58 копеек. Средний размер увеличения пенсии в результате проведения данного перерасчета составляет 275 рублей. При этом важно понимать, что повышение не гарантируется тем, у кого будет уменьшение пенсии в результате проведения перерасчета, будет вынесено решение об отказе в перерасчете. Но мы проводим консультации, у всех желающих мы принимаем заявление, никому в этом не отказываем. Обращаться надо по адресу Октябрьская, 97, первый этаж, к диспетчеру. Берем талончик и проходим к специалистам.